Друзья, всем привет! Вновь приехал на рыбалку. Из бригады тоже просились на рыбалку, короче, пацаны. Хотят сазанчика потаскать. Сегодня ветра нету, тишина. Вот они, рыбаки наши. Че, я на месте, пацаны там разместились. Буду рыбачить на своем месте, тоже вот сюда кидать. Берегу от берега, все-все. Размотаю удочку, начинаю рыбалку свою. Поехали. Мощно. Чебак. Карась, нифига себе, карась попался. Нифига себе, карася поймал вас. Карась, нифига себе. Обловился. Вот глубина, смотри. Ну вот такой же, как у моей бывшей. Сука. Что у вас тут происходит? Спускаем потихоньку. Поплавок по течению. В принципе, нормально. Все, ждем теперь, друзья, когда плавок прибьется ближе к берегу и выжидать поклевки сазана. Карась уже один есть у нас, и один сошел сазан. Качка. О, нифига себе, дрячки. О, круто. Дрячки. Где там садок? Садок закинем, хорошие такие чехоньки выполнились. Держись, гнай, за... Опа. Так, красит. Две чехоньки. Отлично. Вот поклевка у меня. Ага. И тащи, 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 тащи. Вон бурлит, смотри, бурлит. Маленький попался, но есть. Давай, 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 давай. Опа, первый сазан есть. Довольны. Так, друзья, перешел немного вперед. Там заводь есть небольшая. Посмотрю, как здесь будет результат поклевки. Один сазан есть уже в копилке у нас. Посмотрим.
дальше. Там более-менее затишка идет, течение такое, нет сильного. Что-то непонятно, друзья. Возле берега покарабачу. Нету. Так, как тут вроде бы клевый. Мелко. Друзья, идем в другое место. Здесь все рыбу расшугали, народу много. Немного перейдем вперед туда. Друзья, перешел в другое место. Здесь заводь небольшая. Посмотрим, что здесь будет получше клевать. Друзья, что-то поклевает, поп чуть-чуть. Посмотрим, что это. Вот на чихуй попался. Так, есть поклевка. Давай, Жасик, тащи, не упади, только в воду, самое главное. Давай, вытаскивай, вытаскивай, вытаскивай. Выводи его. Давай, хороший, смотри какой. Давай. Выводи, выводи его. Хороший, смотри. Давай, давай. Там есть, нахуй. Выводи, выводи его. Не поднимай его тут. Подожди. Вытаскивай, вытаскивай. Сажал, поймал. Один упал, второй. Залез, тащи. Сейчас точно упустят они, да. Красавчик. Молодец. Вообще грамотно. Чужась, какие-то впечатления поймал сазана? Что скажешь? Ощущения хорошие, классные. Не, в натуре класс. Все, собираемся домой. Сегодня мы лов вот такой у нас. Кроменький немножко лов. Два сазанчика. Не карпика, не, два сазанчика. Карасик, чехня, короче. Вот такой лов. Все, всем пока. Собираемся домой. Сегодня у нас немножко поменьше. Всем пока.